Всем добрый-добрый вечер. Добрый-добрый вечер. Афина решила поприставать к Марусе. А, ты же хитрюлька такая. Итак, вечерочек. Мы вышли на прогулку. Наконец-то спала жара, и мы можем повеселиться, погулять. Так, как тебя зовут? Тарантино. Это что такое? Мы можем погулять, поболтать и рассказать вам новости нашего питомника. Вчера я назвала видео «Не надоели ли вам наши новости?». Но новости продолжаются, ну как без них в доме Костропула? Ну никак. Итак, сегодня... Какое у нас сегодня число? 24. 24 июля 2024 года. И у нас снова произошли новости, поэтому, кому интересно, оставайтесь с нами, чтобы их не пропустить. Итак, начнем с того, что у нас завтра очень-очень сложный день. Радостный, счастливый и сложный день одновременно. Завтра у нас от нас уезжают... Эй, что делаете вы, лохматые? Зачем Сауле щипаете так? Завтра от нас уезжают сразу 6 щенков. Это дети, которые давно нашли свои семьи, которые недавно нашли свои семьи. Послезавтра от нас уезжают еще дети, разные рейсы, разные дни отправки. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы все это не пропустить. Да, мне нужно всех собрать в дорогу, всех оповестить, как, что, чтобы все произошло самым минимальным стрессом для наших любимых животных. Ну, а начнем мы с нашей новости, грандиозной, конечно, ожидаемой. Ой, чуть не упала. Чуть не упала. Итак, наш беленький мальчик из помета Радужки и Мажора по кличке Байкальчик. Это наш беляшик, третий братишка. Нашел сегодня свою семью. И мы поздравляем владельцев с замечательным выбором. Поздравляем с новым членом семьи. Посмотрите, что они делают. Вот братья, что значит. Биюк Янышар, это его брат длинношерстный, который уже нашел свою семью, тоже уже очень скоро уезжает в новую семью. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить этот момент. Обязательно мы все освещаем. Стараюсь не пропускать по возможности. А малыш Байкал у нас уезжает вдалеке от Крыма, город Томск. Когда я говорю, что возможно доставка по всей России, то она есть. И мы стараемся, конечно, найти доставку самую щадящую, поэтому она будет комбинированная. Малыш сначала поедет в Москву, а там оттуда полетит на самолете в свою любящую семью. Поздравляем еще раз владельца с выбором такого прекрасного мальчишки. Я уверена, вы не пожалеете, потому что он просто невероятно классный. И вот пока такая красивая картина. Мама воспитывает сына. Лёля, вот за это получишь. Зачем? Вот видите, кто им снимает наклейки с ушей? Мамы родные. Зачем, скажи, заклеили уши? А я думаю, что они такие все мокрые, обслюнявленные? Лёля, Лёлечка, мама вот этого бутуза, зовут его Эдгар. Эдгар у нас уже нашел свою семью и через неделю от нас уедет в новый дом. Через неделю, а пока передает привет своим владельцам. Да вы ж мои золотые, все любимые сладкие товарищи. Да, и Лимончик от нас уже скоро уезжает, но не завтра. Завтра от нас уезжает Байкал. Завтра от нас уезжает наш малыш-крепыш. Боржомушка. Да, ты с Байкальчиком поедешь, вам повезло. Кстати, что это такое? Посмотрите, здесь течет вода. Аюшка, ты чудесен. Ты посмотрите, Аюдах тоже нашел свою семью и послезавтра от нас уезжает другим рейсом. Разные направления. Он едет тоже далеко, в Тюмень. Нептун, вылези, пожалуйста, с лужи. Ага, хотя бы ты, я тебя умоляю. Чухуа быстренько обсохнет и все осыпется. Ничего страшного. Вот пудели, да. Это красавец Фараон. Он тоже через пару дней от нас переезжает. Он будет жить недалеко от Крыма. Да, недалеко, очень близко. На новых территориях российских. Да, красавец, потом все расскажем. Вот. Завтра от нас еще раз уезжает Байкал, Боржоми. И 4 малыша из яселек. Мы уже завтра сделаем это видео. Прощание с целым пометом
нашей Жасмины и Елисея, все четверо детей завтра нашли свои семьи, и завтра они уезжают по своим семьям. Вот такая у нас завтра грандиозный, серьезный день, тяжелый, тяжелый и радостный. Наверное, в этом видео об этом и поговорим. Давайте. Мне очень часто пишут под моими видео, как вы можете, как вы, наверное, страдаете. Ну, мы не будем брать негативные комментарии в плане, как вы смеете продавать собак, они же наши друзья. Мне все время хочется сказать, а, халява подскочила. Можно подумать, что породнистые собаки сами по себе получаются. Продавать друзей, ну, собаки это, конечно, друзья, но это, наверное, единственное существо, на самом деле друг, которого можно правда купить. Можно, конечно, взять с улицы и сделать доброе дело из приюта. Я всегда жму руку людям, которые на это готовы, которые так делают, а не только говорят и пишут в интернете. Потому что все посылают, а если посмотреть, сделал ли этот человек сам такое доброе дело, чаще всего нет. И благодарю тех, кто так сделал, кто взял эту ответственность на себя, чью-то ответственность взял на себя, потому что чаще всего это выброшенные. Выброшенные. Нельзя. Нельзя. Выброшенные. Каким же человеком обычным? Так, ребята, перестали. Все, расщипались. Знаете, кусают, видно, кого-то сильнее, больнее. И начинается тут кагала. Не надо. Да, фантазия лечит сопли. В нашей фантазии простуда. Папу наказали, наругали. Говорю, папа, ты зачем ее под кондиционером держал? Такое вот у нас существо фантазия подхватила. Сопельки, ну ничего, синулок сдаем. Я думаю, уже получше. Такое бывает. Вот то, о чем я недавно говорила, да, о простудах. Ладно, вернемся к тому, что меня часто спрашивают, как вы сможете с ними расставаться. Вы, наверное, очень страдаете, вы, наверное, потом переживаете, вы, наверное, там то, вы, наверное, все. А я хочу, я уже об этом как-то делилась. Ну, может быть, кто недавно подписчик нашего канала, расскажу еще раз. Расстаюсь со своими выпускниками с огромным счастьем. Объясняю. Да, мы ищем непростых владельцев своим выпускникам. Только ответственных и самых лучших. На некоторых это действует магически. И они... Ой, можно подумать, да как вы разбираетесь. Но уж поверьте, с моим огромным опытом устраивания судеб своим выпускникам, я буквально с первых слов уже понимаю, с кем я говорю, с кем я переписываюсь и о чем я говорю. Очень часто попадаются такие веселые... Очень милые. Мы угораем просто. Так как я это все делаю с дочкой, своей семьей, у нас друг от друга секретов никаких нет, то, конечно, бывают на самом деле веселые люди, которым просто, видимо, скучно. И они хотят пообщаться со мной. Бывает по-доброму, бывает по-злому, по-разному. Разные бывают. И поверьте, я, ну, наверное, все-таки буду не то чтобы с собой сравнивать, а сравнивать с уже... с десятками, сотнями уже пристроенных в прекрасные семьи наших выпускников. Ну, обычно одни и те же вопросы. Обычно, на первый взгляд, человек очень приятно, когда рассказывает о себе, куда поедет собака, задает какие-то вопросы, которые я знаю, человек, по идее, должен задавать. Так получается, не то чтобы должен, да. То есть, в принципе... Когда человек, он волнуется, он хочет эту собаку. Я вам скажу больше, человек волнуется, что есть ли эта собака в наличии, продам ли я ему эту собаку. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Особенно это понимают заводчики, и особенно это понимают те люди, которым отказали в продаже какой-то либо собаки. Не говорю в моем питомнике, а вообще. Об этом есть интересная история, моя собственная, я ее позже вам расскажу. Именно из моей жизни, да, как я покупала собак, как я волновалась, что мне ее не продадут. Я никогда в жизни не торгуюсь, да, я боюсь произнести слово, вы мне уступите 10 тысяч, там, или 50% бывает даже предлагают уступить. Но дело сейчас не в торгах, а дело сейчас в том, что
Конечно, каждому человеку, за русским языком буду говорить, своим любимым, с добавлением французского, моего любимого, каждому в голову не залезешь, конечно. Есть люди, которые лукавят, есть люди, которые... Ну, все равно общая картина у меня выстраивается очень быстро. И, конечно, мне приятно, когда... Мне лично приятно, когда человек знает, о какой он собаке спрашивает. Когда он мне звонит и говорит, вот, нас интересует Эдгар, например. Снимите мне его поподробнее, или там дайте мне видео. Да, пожалуйста. Или я влюбилась с первого взгляда в Байкала. Это магические слова для меня. А когда человек, мне нужна серенькая, да с перламутровой пуговичкой, я говорю, да у нас сейчас такой нет. Будем ждать. Запишите меня, когда появится, перезвоните мне. Нет, я никому не перезваниваю, никого не записываю. Каждый человек вправе в нашем открытом доступе наблюдать за жизнью наших собак, выбирать, смотреть, хотеть, не хотеть. Но мы вернемся к тому, как я расстаюсь со своими собаками. И так я расстаюсь со своими собаками с огромным счастьем душевным, что мой выпускник, что я не зря работаю. К слову, а работать пробовали. Работаю, не покладая рук и ног. Причем не я одна, а вся моя семья. Абсолютно. Плюс ветеринары наши, плюс наши грумеры, плюс наши клубы вместе со мной, касаемо моих, собственно, собак, да. То есть я не одна работаю, у меня большая команда, ну она может быть небольшая, но она команда, одна я бы с этим не справилась. Ну и конечно, благодаря Богу, у меня есть то, что у меня есть на сегодняшний день. И я всем благодарна, благодарна просто друзьям, с которыми мы общаемся, что-то между собой обсуждаем, заводчикам, с которыми мы общаемся, приветик всем, спасибо вам огромное за общение, за понимание. Есть заводчики, которые меня заблокировали и не общаются со мной. Ну, каждому своя дорога. Ну, наверное, вам так удобнее. Может быть, вам страшно со мной общаться. Не знаю. Я не страшно, я не кусаюсь. Хотя я занимаюсь породой чихуахуа, у меня есть бультерьер. Я лично не кусаюсь. Я просто люблю честных людей, открытых. Я не люблю, когда обманывают. Я не люблю, когда за спиной говорят. Я не люблю, когда... Ну, там сзади, конечно, меня... Ой, вот такая там очередь сзади выстроилась. Ну, я впереди, все равно, я впереди вас. Ну, ладно, мы не об этом. Мы о... как я расстаюсь с собаками. Так я расстаюсь с собаками с огромным счастьем, потому что я делюсь тем, что сама наработала. Сама вместе со своей собакой, с помощью Бога, родила, вырастила, выкормила, правильно, воспитала. Ну, как видите, как смогла, так воспитала, да? При этом учась, набираясь опыта. И, конечно, я делюсь этими мгновениями своей жизни. Я считаю, что я ими именно делюсь. Да, я не делюсь ими бесплатно. Кто-то скажет, а она же ими торгует, она их за деньги продает. Да, я не делюсь ими бесплатно. Это невозможно. Невозможно взять и вот просто получить бесплатно породистую собаку. Это невозможно. Поэтому, конечно, чтобы растить этих животных, нужны средства. Корм, вот нас завтра опять приедет. Ну, мясом мы затарились. Будем вот разделывать на мясо костное с овощами и с рыбкой, то, что мы делаем. А сейчас, например, вот завтра к нам приедет корм. Это влажные пакетики с кормом, это мешки корма, которые без конца тоже заканчиваются. И тратится на это по там несколько десятков. Бывает, на 50 тысяч приезжает, бывает на 60. То есть меня никто не спрашивает. Екатерина, а вы, вам в питомник бесплатно привезти корм или вы будете за него платить? Нет, конечно, все платно, ребяточки, все платно. Свет, газ, вода, все, в чем живут наши собаки, в то, в чем... Ну, я не мне вам рассказывать, да, что моющие средства, свет, швабры. У нас у меня мамочка сегодня пошла, присылает мне фотографию, знаете, чего? Швабр. Взять, пишет. Я говорю, мамочка, ну это же наш инструмент, которым мы работаем. Мы берем удобные швабры, да? Они ломаются периодически. Мы берем, стараемся получше, подороже, поудобнее. Я говорю, вот она мне сегодня 3 штуки купила швабры. Купила 2 таза. Ну это мелочи, ребят. Но это постоянная, бесконечная, бесконечные растраты. И, конечно же, бесплатно ничего не бывает. Документы. Вот мы сейчас подали там чемпионские, кому-то родословные нужно заказать. Все, вот так раз, 10, 15, 18, 30, плюс выставки.
и т.д. и т.п. Сейчас я заказала шампуньки нашим собакам разные. Вот, так как чихуахуа мы в принципе не купаем. То есть у нас есть там определенно совершенно простые шампуни. Но так как в нашем доме теперь появились уже какое-то время собачки с шерстью, за которой бесконечно нужно ухаживать. Там одна расчесочка 1500, а этих расчесочек 5 штук. Ну это резиночки какие-то там, столики грумерские. Ну, если это все сложить, это и есть нужды для наших животных. Вот. Ну, а также услуги ветеринара. У нас бесплатного нет ничего. Не знаю, слышала, что где-то говорят, есть бесплатно. Ну, не знаю где. У нас нет. Мало того, что еще и вакцину бывает не найдешь. Вот нашему Гамлету мы его перепрививаем теперь, потому что он приехал привит вакциной, которой нет нигде. К сожалению, найти нам ее не удалось, и мы собаку перепрививаем вообще полностью по другому графику. Ну, такая вот проблемка вскочила, да. Ну, что поделать, ничего, выйдем, вырулим. Вот, поэтому такие дела. Поэтому расстаюсь я со своими собаками с большим удовольствием и счастьем. Но бывают моменты, конечно, волнительные. Волнительна дорога. Но мы всегда волнуемся, чтобы наши колбаски в дороге кушали, потому что это, наверное, самое главное, чтобы собака, когда стрессует, они, бывает, не едят. Мы хотим, чтобы они кушали. Поэтому я кладу им повкуснее в дорожку влажный корм, да, например, хорошего качества стараюсь, да. Вот, чтобы собаке было не только вкусно, но еще и не вредно. Не могу сказать полезно. Корма полезного не бывает. Вот. Поэтому, конечно, бывают сомнения, и были ошибки, и есть эти люди, которые, ну, не очень, ну, не сложилось у нас, но, слава богу, очень сильно надеюсь, что ни одна собака не пострадала. Ну, если человеческие отношения не сложились, ну, не могу я всем нравиться, не могут мне все нравиться. Бывает, где-то не сошлись. Но в любом случае, дай сюда. Я благодарна каждому владельцу моего выпускника за обратную связь, за любовь и заботу. Я точно знаю, что вы любите нашего выпускника, что вы его... Ну, был однажды у нас случай, когда женщина не смогла полюбить собачку, кто является давно подписчиком нашего канала, знают эту историю. Однажды была такая история, что женщина не смогла полюбить собачку. Вот. Мы, конечно, тут же нашли ей другую любящую семью, где она живет счастливо. И огромный привет в эту семью. Вот. Ну, не знаю. У каждого бывают, конечно, какие-то причуды. Может быть, это не причуды, я не знаю. Ну, истории все придумать невозможно. Но большинство, то, к чему я веду, большинство, все ладно и замечательно. Потому что я не просто заводчик, я не просто продавец каких-то статуэток, а я пристраиваю, устраиваю, не пристраиваю, потому что подумают, эй, вы там кого-то пристраиваете, давайте мы заберем, мне все время пишут. Я устраиваю жизнь своим родившимся малышам, детям, я их так называю, потому что они родились у нас, это наши дети. Мы даже своего черепашонка называем сынок, да? Скажи, доча. Я говорю, сынок, ты мой. Про сынка нашего будет отдельное видео чуть позже. Очень интересно, кому интересно про нашего Айвазовского узнать. Так, Аюшка? Нет, не надо. Вот такие вот у нас дела. Я думаю, все те, которые любят наш питомник, с добрым душой и сердцем смотрят о жизни наших собачек, рады вместе с нами, когда малыши, я их всегда буду называть малышами, находят свои семьи. А также вот я вот прям, мне неудобно, конечно, особо отмечать, но отмечу, у нас практически, ну, в год, ну, очень много дней рождения у наших выпускников, помимо наших собак и наших там праздников, да. Но сегодня по мёту нашей лавандушки, первому по мёду и Ролекса, нашего мраморного Ролекса, исполнилось 2 годика. И самая активная владельца нашей выпускницы Ялтушки Констанции, я благодарю вас, Ларисочка, за такую обратную связь. Это наполняет меня, я думаю, всех других, кто видит ваши приветики, веселых девчонок из их жизни, с их прогулок, с их общения. Я вам благодарна и поздравляю весь помет. В помете 7 было щенков. У нас Лаванда многоплодная мама, и сейчас у нее дети, их тоже 7. Только они от другого папы. Вот. И, кстати,
Парадис у нас зарезервирован, тоже напомню, да, он полетит у нас в город Калининград. Идем, мой сладкий мальчик. Вот, и поздравляю, я всех помню по именам абсолютно. Там у нас в этом помете, значит, и мраморные щенки были, и шоколадные. И два черных мальчишки. Вспоминаем. Давайте все вместе. Итак, мраморная у нас ялтушка, которая, ну, в 10-месячном возрасте Лариса пришла у меня и попросила ее. Я ей не отказала, так как она уже была владелицей нашей Констанции. Я понимала, что лучше семьи я бы ее никому не отдала. Я так и сказала это Ларисочке. Ну, вам отдам. И я счастлива наблюдать за этой счастливой семьей. А Артюша, а что мы там охраняем? И Анжела. Кто там у нас Анжелу потерял? Показываю. Это где наша Анжела? Да, кстати, у нас одной собаки в питомнике нет. А ну-ка угадайте, какой. Кто первый напишет, тому лайк поставлю. Да, одной собаки у нас в питомнике нет. С ней все в порядке, но у нас ее нет. Уже очень давно. А ну-ка, самые внимательные. Не скажу пока, тоже будет позже. Итак, ялтушка. Ее братишка Семис, который живет в Челябинске, сегодня тоже передали приветик. Это шоколадная длинношерстная левадия. Огромный привет в Москву. Алушта, которая живет во Франции. К сожалению, мы не общаемся с хозяйкой. У нас не сложились морально-физические качества между собой. Но, надеюсь, собака от этого не пострадала. Вот, привет. Будьте здоровы все. Все равно я... Это моя частичка нашей души, нашего дома. Вот. И это я сколько назвала? Четыре? Я что-то за... А! Третий мраморный малыш Фаросик, который живет в Санкт-Петербурге с Архонтиком. Приветик огромный, обожаю вас. Очень часто вы присылаете приветики. Архонтика тоже целуйте. И два черных малыша. Это Гурзуф и... Ну-ка, вылетела у меня так сразу. И Салгир. Всем привет и с днем рождения. Будьте здоровы. Я извиняюсь, что я не говорю так о каждом помете. Я не могу этого говорить. Не то чтобы не могу помнить. Все это очень просто. У меня каждый помет записан в племенной книге, в моей тетрадке обычной, даже не в племенной книге. Я могу свободно это себе все выписать и поздравлять чуть ли не каждый день, но не стану тратить на это время. Просто благодарна тем, кто помнит и до сих пор общается с нами. И всем огромное-огромное спасибо. От этого и приятно в душе становится. И, конечно же, хочется продолжать делать кого-то еще чуточку счастливыми. Кто-то садит цветы просто так. У нас есть женщина одна, она просто так наводит порядок, все украшает на улице. Просто возле дома, возле другого дома. Просто делает красоту и добро. А каждый, мне кажется, человек, когда что-то сделал для кого-то и понимает это, от этого ему становится чуть-чуть счастливее. И я из-за вас, ребята, счастливая просто. Просто очень счастливая. Вот как-то так. Не знаю, как смогла, объяснила, да, Тарантинушка? Домой, сладкое создание. И Жаночка. Это, кстати, наши мама и папа красавца фараона. Саулешки. Да. И у нас еще из этого помета вот Сауле не нашла свою семью. И ее братишка очень красивый. Шейх. Еще совсем чуть-чуть. Напомню про нашу акцию. И акция закончится. Байкальчик. По акционной цене у нас за 50 тысяч еще совсем немножко остается. Красавец, шикарный просто шейх. Братишка, уже всех братишек, сестренок, которые нашли свои семьи. Это патриот, это покажу еще раз, парадис. Это так, биюк янышар, какой же ты чистый. А ну давай, слазь, не надо. Нельзя, сказала. Доминируют. Они тут, тот жует, а тот сверху. Вот он пришел, красавец. Патриот. Да, вот этот патриотик. Вот он патриот. Вот он патриот. У нас и по акционной цене за 50 тысяч. А также у нас шикарный красавец мраморного окраса. Тоже продается по акционной цене, но за 100 тысяч рублей. Маратик. Красавчик, воспитанный, бутузина красивая, Саулешка, да, это я про мальчиков сейчас говорю, давайте вот все красиво, очень царица там шумит,
Вот он, красавец. Шейх. Шейх. Ну, чудо. Курносы. Жанночка только очень сильно курносая. Да, ты моя. Джи, девочка. Энька. Так. И нет, не надо бабушкино дерево доедать. Хотите, я покажу, какие груши? У нас вот это вот деревце, это вот это вот оно, вот этот, я не знаю, оно тоньше пальца. Смотрите, какие у нее груши. Это палка вот это держит. Смотрите, какие груши. Груши, ну такие. Ну, если так снимать, то прям хо-хо-хо. Ну, с полладошки. Ну, все-таки, да, для такого маленького деревца. Мы тут, они уже опали некоторые. Ну, правда, сказали, что это будет бэра. Смотрите, какая красота. Листик закрыл грушу, покраснела. А листик убираешь, и осталась не покрасневшая. Что значит, солнышко не попадало? Вот это вот интересно. Вот. И если кто-то еще мечтает по сниженной цене приобрести дружочка из нашего именно питомника, добро пожаловать под этим видео, под ссылочкой. Будет ссылочка под этим видео, акция. А также цены, то есть на остальных щенков. У нас очень хорошие выборы. Мальчики, девочки, длинношерстные, короткошерстные, лиловые, черные и шоколадные. Какие там еще? И белые. У нас Афинка красавица, белая девочка продается. Маленькая чемпионка. Поэтому добро пожаловать за счастьем в наш дом. А на этом я буду заканчивать это видео. Я даже не ожидала, что его буду сегодня снимать. Я сегодня переделала столько дел, что я просто хочу просто хотя бы на секундочку сесть, просто погулять со своими собаками. Пообщаться, поиграться. Да, Марусина? Красотусина. А в свою очередь хочу еще раз всех пригласить на наш канал. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик в Ютубе. Также я есть в ВК. По ссылочке тоже найдете под этим видео. Заходите. Есть мы в Телеграм-канале в открытом, где вы будете первыми узнавать новости. Он абсолютно открыт. Добавляйтесь, кто хотите. Там можно увидеть и рекламу по щеночкам. Также у нас грандиозные новости. Они уже произошли в нашем питомнике, но о них я вам расскажу чуточку позже. Я думаю, кому интересно, тот обязательно дождется. Они невероятные. Всем пока и до новых видео, до новых встреч. Обнимаю. И пусть исполняются все ваши самые добрые, заветные желания. Мечтайте, мечтам свойственно сбываться. Да, Афинка? Это Лимончик пристает к Афинке. Добра, мира. Мира всем. И, конечно же, любви. Куда без любви? Без любви ничего не делается. Люблю вас.